второй тур президентских выборов прошел свободно и честно в соответствии с законодательством страны и международными стандартами. Такую оценку дала миссия наблюдателей от стран СНГ. По мнению наблюдателей о Содружества, избирательные комиссии всех уровней обеспечили реализацию прав граждан Республики Молдова на свободное волеизъявление, а правоохранительные органы – поддержание общественного порядка в день голосования. Зафиксированные отдельные нарушения не носили системного характера и не могли оказать влияние на итоги выборов. Кроме того, отмечается, что у кандидатов были равные условия для участия в выборах. В составе миссии наблюдателей от стран СНГ вошли 82 человека.